Серьезное ЧП в Крупском районе. Под прицелом оказался местный егерь. Он получил ранение в голову. Работал пострадавший совместно с госинспектором. В лесу стражи природы встретили некого мужчину с ружьем. Незнакомца они попросили предъявить документы. Однако реакция оказалась более чем неожиданной. В ответ последний выстрелил егерю в голову и скрылся. Пострадавший находится в больнице. Его состояние специалисты оценивают как тяжелое. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Подробности у Елизаветы Локотко. События развивались накануне в Крупском районе. Сейчас их по крупицам восстанавливают следователи. В свой выходной инспектор Борисовской межрайонной инспекции отправился на промысел. Все законно. С собой была путевка на добычу кабана и косули. Сопровождал охотника егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов. В лесу мужчины заметили неизвестного с оружием. Возможно, это был браконьер. В лесном массиве в Крупском районе встретили мужчину с охотничьим ружьем в руках. На просьбу предъявить документы на оружие мужчина произвел один выстрел из ружья в голову егеря, после чего скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем незамедлительно было сообщено в экстренные службы. Егерь находится в реанимации, его состояние тяжелое. С места происшествия изъяты стреляная гильза, патрон и другие вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство лица» в связи с осуществлением им служебной деятельности. Подозреваемый задержанным оказался житель столицы. Однако говорить о том, что стрелял именно задержанный, пока рано. Правоохранители проверяют его причастность к совершению преступления. Расследование продолжается. Елизавета Локотко, Илья Максимов, Зона X.